добрый день. А помните, я вам тогда про Зика рассказывал, что когда вы закончите полностью все миссии, выполняете силы, в силах Зика все. Вот смотрите, я взял 3 задания первых. Я на самом деле просто, ну, не думал, что это меня бы заставило снимать. Просто у меня 4-й раз подряд выпадает по 3 золотых задания. Я вообще в шоке. То есть, вот смотрите, мы сейчас выполняем задание золотое. Сейчас посмотрим, даст он еще одно золотое. Смотрите, это фантастика просто. Он еще одно золотое задание дает. Я вам сейчас потом еще засниму. Ну что, продолжим наш поиск. Ну, вот сейчас упало чуть-чуть похуже, а до этого было просто, говорю, там 10 или 12 заданий золотых. Это жесть, конечно, какая-то. Сейчас, вот видите, немножечко стало меньше, но все равно есть золотые задания. Будем смотреть дальше. Сейчас попробуем закрепить вот это все. Ну вот, золотой тоже неплохо достаточно. Я хотел, блин, показать, что много золотых падает, а он мне, видите, как... Давайте сейчас вот такую вот вещь попробуем. Не дал золотую. Обидно. Последняя попытка. Ну, в любом случае, вы сами видите, что много фиолетовых, много синих. Кстати, сейчас даже... Сможем еще 2 посмотреть. Оп! Вот, все. Без каких-то скрытых чего-то там. Все по факту. Назначаем боевых выживших. Бесплатно как раз таки. Так, нет, хватит мне на сегодня. Все, вы сами по факту увидели, что очень-очень много золотых заданий. Рубрика доказана. Поехали дальше.